7 апреля на 81-м году жизни скончался легендарный спортсмен, почетный гражданин Одинцовского округа, полковник в отставке Виктор Григорьевич Куренцов. Советский тяжелоатлет, абсолютный чемпион СССР, многократный чемпион России, Европы, мира, Олимпийских игр. Установил 25 мировых и 27 европейских рекордов. Много работал на благо Одинцовского округа. Был для многих другом, наставником, образцом для подражания. 5 апреля Виктор Григорьевич отметил 80-летний юбилей.